прессованная ржаная солома. Вот из таких тюков собраны стенки. Свой соломенный дом Павел Зеленов построил в поселке, что названием напоминает крымский город. Бахчисарай находится недалеко от Актюбы. Всего на дом ушла 1000 таких тюков-кирпичиков. В основе конструкции каркас из дерева, а солома используется как утеплитель. Они становятся внутрь каркаса, когда с этой стороны деревяшка и с этой стороны деревяшка. Вроде бы он стоит ровно, но чтобы его прикрепить друг к другу, вот ты сюда втыкаешь тоже деревяшку. Ну, в смысле, втыкаешь и протыкаешь несколько тюков подряд. Сшиваешь их между собой, они перестают двигаться. Когда вот это все сделали, вот эту часть мы просто подстригли. После этого на солому накладывается специальная металлическая сетка. И с двух сторон наносится штукатурка в 5 слоев. Несмотря на то, что тогда стояла зима, штукатурили без отопления. Расположение дома тоже необычное. Он строился не по отношению к улице или дороге. Правильно строить дом относительно солнца. Потому что у дома есть северная сторона, есть южная сторона, есть сторона восток и запад. С севера у дома глухая стена без окон. На восток выходят окна спален, чтобы, просыпаясь, видеть рассвет. А на запад смотрят окна кухни. Южная сторона полностью стеклянная. Она обогревается солнцем и нагревает весь дом. Для терморегуляции хозяевам достаточно открыть или закрыть дверь из этого помещения в дом. Получается, в холодную погоду вот эта комната нагревает основной этот. Если наоборот жарко, ну летом, например, очень жарко, и здесь 40 градусов, у меня вон две двери, открываешь, проветриваешь, а эту дверь закрываешь. Дом практически без подогрева, в нем нет ни одной батареи. Вся система отопления – это электрический котел, который включается очень редко, и теплые полы, скорее для резерва. Технологией строительства дома из соломы Павел заинтересовался около 10 лет назад, еще работая программистом. Увидел первый такой дом в Юдино, изучил методику строительства и стал искать место под жилье. Решиться на то, чтобы дом построить, это очень тяжело. Это я бросил, ну, пришлось уйти с работы, с хорошей оплачиваемой, и уйти в лес. Ты вначале найди там, где чистый воздух, лес. Там, где у нас чистая вода, у нас скважина идет, хорошая вода, вон родники у нас там. Мы вообще вон родники, когда брали, пробуй, у нас здесь хорошая вода родниковая. И плюс ко всему, ты делаешь свою еду. И вот. Вуаля. Чистая еда – это маленькая куриная ферма от яйца до курочки. Здесь располагается своеобразная ясельная группа «Цыплятник», тоже из соломы. Дальше помещение для взрослых кур породы легорн и мясной. Корм питомцам делают тоже сами. За хозяином повсюду следует бармалей – эстонская гончая, главная задача которого – гонять лис. Вот росток один, вот второй. Ну, они просто в зиму ушли. Я в этом году посадил актинидия. Или более известный под названием киви. Здесь же за домом разбит целый сад. Тут растут персики, груши, черешня, слива, абрикос и виноград. И здесь тоже свои правила посадки. В общем, все почти как в крымском Бахчисарае. Это экологический дом. Здесь глина, солома, стекло. И на пол у меня кафель лежит. Все. Экологичнее, чем деревянный, дешевле кирпичного и теплее, чем оба вместе взятые. А еще фруктовый сад, как на юге, и еда без вредных ГМО. Все словно из сказки. Правда, если верить истории тех сказочных персонажей, соломенный дом был самым ненадежным. Но, видимо, технологии у ее героев были другие. Эта сказка о другом. Хочешь сделать хорошо – сделай все сам. И ее Павел сделал реальностью. Катерина Машенцева, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.